Не трогай это. Холодильник был последним местом, куда можно... Когда она еще не лазала, привет, зритель. Это было место, где я могла спокойно поставить камеру, заряжаться и уйти в комнату. И не бояться, что ее хренакнет. Это животное. Но сегодня пришел тот самый день, когда она второй раз вот запрыгнула уже на холодильник. Алиса! Не трогай лосика! Это карельский лосик. Да, понятно. Надо искать пути отступления, куда привесить карельского лосика. Не надо тут ничего трогать. А на что ты за нафиг такой? Я сюда сейчас положу мандарин. У меня есть целый мандарин. Мандарин. Так нельзя трогать обои, кошка! Жопа волосатая. Причем даже это чисто, чистейшая правда. Нельзя трогать вот эти самые. Ты, жулик чертов, а? Даже Тишка не прыгает. А, Тишка еще не успела этот холодильник увидеть. Но на тот холодильник Тишка вроде как не прыгал. Не прыгал Тишка на тот холодильник, точно. Ой, какой замечательный. Я его даже пальцем проткнула мандаринчик. Я думала, она просто отсюда как-то спрыгнет. И потому решила включить телефон. Но, видимо, это не так. Она тут мне уже погрызла одну бумажечку. Этого самого купедовскую. Кошка. Ну куда ты там собираешься, намылилась, а? Ой-ой, случайно нажала рукой на кнопочку, когда держала за чехольчик. Нельзя обои драть животного кусока. Чайничек загрелся. Да, там гора посуды очередная. Я хотела записать СМР, но поняла, что камера разряженная. А потом поняла, что можно... позаниматься японским и где-нибудь самое раннее 8:30 завалиться спать. Но сейчас уже чуть больше, чем 8:30. Хотя нет, еще не 8:30. Еще меньше, чем 8:30. Короче, сейчас можно попить чаечку и завалиться спать. Этот ролик, видимо, придется монтировать, потому что он из двух частей. Это штучка, которой хлебушек закрывается. Иногда бывает такой хлебушек с такой штучкой. Она ее, я так поняла, каким-то образом там обнаружила. Ей жуть, как ее хотелось достать. Бедные мои красивые магнитики. Медвежуть. Я тут даже пыталась царапать холодильник, не знаю зачем. И мандаринчик, наверное, тебе придется есть, потому что, может, он доживет до завтра. Как... Наверное, доживет до завтра. Немножко тут я его пальцем проткнула, чисто, чтобы был аромат мандаринчика. Я его сюда положу. Вот сюда и положу обратно. Пока, зритель.